дорогие друзья! Мы начинаем концерт губернаторского симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – профессор Пекинской консерватории Тао Ли. Уважаемые слушатели, сегодня мы завершаем цикл концертов, объявленный Государственной филармонией Кузбасса под названием «Прелюдии осени». Наш коллектив в течение уже многих лет проводит традиционно такие концерты в преддверии сезона. И каждая программа такого концерта – это произведение, лучшее произведение, шедевра мирового музыкального искусства. Надеемся, что и сегодняшняя программа порадует вас. Прозвучит музыка великих композиторов 18 и 19 веков. Наш концерт открывает произведение Эдварда Грига, выдающегося норвежского композитора, основоположника классической норвежской музыки. Будет исполнен концерт для фортепиано с оркестром. В конце марта 1869 года весь Копенгаген ожидал сенсации. Стало известно, что молодой норвежский композитор Григ завершил сочинение своего концерта. Специально в Копенгаген на премьеру этого концерта для его исполнения приехал самый знаменитый пианист Скандинавии Эдмунд Нойберт. Дирижировать должен был главный дирижер Королевского театра. Предполагалось присутствие королевы Луизы на этом концерте. И вот вечер премьеры. По залу прошелестел шепот. Еще одна сенсация. В ложе для именитых гостей находился среди скандинавских музыкантов Антон Рубинштейн, всемирно известный русский пианист. Его гастрольный маршрут совпал с премьерой концерта Грига. А известно, что Рубинштейн возил с собой собственный рояль. И он любезно предложил Нойберту сыграть концерт Грига на своем рояле. Для Грига это был символический жест. Он вступал в мир европейского музыкального искусства, а он был еще очень молод, всего 25 лет, при дружеской поддержке своего знаменитого коллеги. Чуть позже произведение Грига концерт услышал Лист, а он был известен тем, что давал дорогу молодым талантам, тем, кто впоследствии становился великим. И он сказал Григу: «Продолжайте в том же духе, это я вам говорю, у вас есть для этого все данные». Обратимся к свидетельству современника. Зазвучала музыка. При первых же мощных и выразительных аккордах Рубинштейн весь превратился в слух, а публика то и дело нарушала правила приличия. А мы с вами знаем, правила свидетельствуют о том, что аплодировать между частями нельзя. Аплодисменты раздавались не только после каждой части концерта, но и после особенно выразительных мелодий и пассажей. Даже Рубинштейн и тот не выдержал, зааплодировал, не дожидаясь конца первой части. Успех был несомненным. Концерт, который мы сейчас с вами будем слушать, покоряет своей вдохновенностью. Его можно назвать лирическим. В этом концерте Грик, как композитор-романтик, рассказывает о себе, но рассказывает голосом художника, который живет языком художника, который живет жизнью своего народа, своей родины, ее суровой и прекрасной природы. Фьорды, белоснежные вершины, зеленые холмы, бездонные озера, белые ночи, картины народной жизни. Все это вдохновило многие страницы музыки Грига, в том числе и этого концерта. По традиции в концерте три части. В первой части есть и артистизм, и блистательность, и восторженная лирика, и это автобиография или портрет самого Грига, но это и гимн Норвегии. Во второй части поэтические звуки лесного рока сливаются со свирельными наигрышами, и все это соединяется в образ созерцания прекрасной природы Норвегии. И еще один образ любимой родины – это третья часть. Народный праздник – это призыв к счастью, к жизни, к радости, и этим призывом завершается вдохновенная лирическая поэма Грига. Мы начинаем концерт. Григ – концерт для фортепиано с оркестром «Ля минор» в трех частях. Исполнители – симфонический оркестр, лауреат 11 международных конкурсов Полина Танчук, дирижер Тао Ли.
Уважаемые слушатели, мы объявляем небольшую техническую паузу, необходимую для подготовки сцены к продолжению концерта. Пойму.